Сейчас будет небольшая сказочка. Итак, включай на всю громкость. Мои дамы и господа, убедительно просим вас перед началом спектакля налить себе по 50 грамм и включить ваши сотовые телефоны. Всем спасибо, приятного вам вечера. Первое задание выполнили. С полки старый-престарый кувшин, потерла с него пыль и хорошенечко, и, о чудо, появился джин. Слушаю и повинуюсь. Моя растерялась, она попросила ей устроить такой праздник, да чтобы сердце открылось, а душа запела. Жил стал колдовать, дергать волосы из бороды, рисовать круги руками и квадраты. Поколдовал он, поколдовал, и вдруг появился сам Николай Баска. Певец волосы такие было поправил и заявил.
Приносит именинница праздника с размахом. Снова шин бороду теребит, да шепчет что-то магическое. И тут же появился цыган. Шампунь-терехунь.
Я не знаю, что это.